Ульяновской области в селе Старые Алгаши живет и трудится уникальный человек Николай Константинович Кадебин, который на днях отметил свое 75-летие. Наш герой всегда любил творчество, хоть и работал каждый день с утра и до позднего вечера. Николай Константинович многие годы пишет замечательные стихи, в которых прославляет родные красоты своего села. Это про село. Тваньен. Серерен юрададып, шуры бөлет, тұры юрине, емраз емделереші, курадып, кемел заслы, чынлы юхине, саспа мазырлар айтмангамалы, шурге беллі колхозым пахти, хигагак, хуражии камалы, анзадухна, перушкан теппи, уйгиржиен, калдя, шатсадухна, пуштай мазыр патне пырасюк, таван ен, кунда ебе кунгурна, оспуштарна, сана манасюк. Теперь вот. Про что нам это все объясняет? Это я выхожу весной на природу и удивляюсь с трепетом. Трепетно я удивляюсь состоянием весенней погоды. Сад спит так горделиво в цвету. Речка наша разговаривает со мной или с этим с обрывом, с берегом. Поля засеянные пшеницей уже чуть-чуть взошли. Вот я делаю вывод. Родина моя, я благодарен тебе, что я здесь родился и вырос. Талантливый человек талантлив во всем. Николай Кадебин занимается резьбой по дереву, пишет статьи в газеты о простых людях, выпускает краеведческие книги, а еще мазками кисти четко передает яркие краски сменяющихся времен года. На вопрос о том, как вы все это успеваете, отвечает быстро, не задумываясь. Я просыпаюсь утром 4 часа, сейчас уже старый стал. 4 часа просыпаюсь и сразу иду в свою комнату. Начинаю писать, печатать, вот, пока силы есть. В Старых Алгашах проживает 1600 человек. В селе есть магазины, библиотека, детский сад и школа с преподаванием чувашского языка. В этом учебном заведении Николай Константинович больше 50 лет посвятил обучению и воспитанию молодого поколения. Очень долго работает он в нашей школе и пользуется уважением и сотрудников, и коллег, и тем более учеников. Хотя он находится сейчас уже на пенсии, Николай Константинович часто очень посещает нашу школу. Много сил, времени и средств вложил Николай Константинович в дело всей своей жизни – военно-исторический музей Староалгашкинской школы. В настоящее время учитель-пенсионер, он все еще востребован в школе, детям, селу, району. Вот. И я нахожусь на посту заведующего школьного музея. Николай Константинович приходит с родственником, а если быть точнее, племянником героя Советского Союза Николаю Григорьевичу Князькину, в честь которого назван школьный музей и собрана большая часть экспозиции. Есть 5 фотографий подлинных. Так, есть патефон его, вот он, подлинник, патефон, угу. Ну, наподобие магнитофона. Угу. Гармошка, подлинник. Что еще? Ну, пожалуй. А вот эти вот фотографии, они все подлинные? Вот эти фотографии, копии. Здесь подлинников мы не выставляем на стендах. Есть подлинник, вот только открытка из набора Героя Советского Союза, художника Лоч. Вот это подлинник. Угу. Остальные все копии. Копии. Подлинники, они у меня в запасниках. Обратимся к истории. Советский танкист Николай Князькин родился в 1919 году в селе Старые Алгаши в семье простого рабочего. После окончания 7-летней школы стал работать шофером в колхозе «Труд». Затем молодой Князькин переехал в Иркутск, а оттуда был направлен на курсы механиков-водителей танка, после окончания которых стал испытателем на уральских танковых заводах. Однако, получив известие о гибели на фронте своего младшего брата Ивана, Николай подал рапорт об отставке на фронт. 7 рапортов он дал. Его не хотели отпускать на фронт, он был очень нужным там человеком. Вот. И он 7 рапортов, и в конце концов в августе 43-го года маршевой ротой, эшелоном он уезжает на фронт. 6 ноября 1943 года в бою за село Хотов танк Князькина был подбит, а сам он сгорел, успев написать кровью «Погибаю, но не сдаюсь». Сколько лет я уже воспитываю детей, школьников на его примере. Я говорю ребятам, что герой он
плохо, который учится человек, или нарушает дисциплину, или что-то плохо ведет себя, он не становится героем. Героем становятся люди, которые готовят себя всю жизнь, постепенно, нравственно, морально, физически, умственно. И в конце концов, когда настает момент, что нужно делать? Он принимает решение. Нужно отдать жизнь за Родину. Старые алгаши – это уникальное место на карте области. Год назад в мемориале на месте старого сельсовета, откуда староалгашкинцы во время Великой Отечественной войны уходили на фронт, инициативная группа установила самолет-истребитель. 3 годами ранее, с появлением танка, это место в центре села превратилось в красивый военно-исторический парковый комплекс. Командир танковой части, инспектор генштаба Илья Маков говорит, а я, говорит, могу танк вам найти, прислать. Очень хорошо. Но, говорит, Т-34, говорит, не обещаю, а Т-80, пожалуйста. Он постарался и к нам, в наше село, и Свердловской области, город Камышлово есть, на трейлере привезли танк 40-тонный, это боевой танк. Это стоит в центре города? В центре села мы поставили. В 15 году поставили мы общими силами постамент. Представляете, постамент делать. Сколько бетона надо, сколько арматуры надо, сколько копать, сколько машин надо. Это все на нашей... Это мы делали. Никто нам не платил, никто нам не приказывал. Сейчас в экспозиции музея собрано оружие и утварь военных лет. Одежда солдата, офицеров, головные уборы, знаки отличия, медали и ордена. Представлены сведения о всех односельчанах, участниках Великой Отечественной войны, которые ушли на фронт воевать за Родину. И вот я посвятил себя герою Советского Союза Князькину. А там попутно появилась история 3-й танковой армии, история моих земляков, его односельчан, героев, вернувшихся с фронта. 320 человек вернулись, 350 человек погибли, около 700 человек из нашего села воевало. Вот. Я все это изучал, но не один я изучал, потому что я учитель, я здесь мир работал. Всегда вокруг меня тут ребятишки бегали. Постоянно я вел кружок краеведческий. И мы, было время, возможности были, мы постоянно, я молодой был, 70-е, 80-е, 90-е годы, мы ездили по стране, по дороге, как говорят, по фронтовым путям 3-й танковой армии прошли. Мы, начиная от Тулы до Днепра и кончая... Ну, Киевской областью. Сегодня Николаю Константиновичу 76 год. У него прекрасная и любимая жена, хороший сын и взрослый внук. Он полон жизни и энергии. Говорит, что не перестанет собирать экспозицию музея, потому что это дело всей его жизни. А также продолжит творить и воспитывать молодежь уже на своем примере. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Из старых алгашей для Ульяновской правды.